Эту песню мы посвятили в поддержку своего друга и его матери, у которых спалили дом на Семе. Да. И нам пришлось в поддержку их написать вот эту песню, чтобы те сволочи услыхали, которые это сделали, и чтобы на заметку взяли депутаты и власти Семы, и чтобы помогали несчастной старушке, ветерану труда, тыла. Помогите, пожалуйста, ей. Чтобы сделали для нее что-нибудь. Ну, что, поехал. Помогли. Давай. У матери, у друга дом спалили. На сене, суки, домик подожгли. Уроды, почему нечистой силы? Зачем же гады дом спалить смогли? Мы знаем, почему они спалили. Чтоб землю даром у людей забрать. Дом старенькой старушки нищерили. Оставили без жилья у друга мать. А мы молчать не будем и не станем. Мы этот случай ставим на показ, чтоб эти паразиты услыхали. Друзей мы не бросаем, Бог за нас. А мы молчать не будем и не станем. Мы этот случай ставим на показ, чтоб эти паразиты услыхали. Друзей мы не бросаем, Бог за нас. Чтоб депутаты сей мы на заметку, все на заметку взяли в тот же час. Чтобы полиция кого-то крепко за это посадили бы как раз. У друга матери под 90, она трудяга тыла ветеран. Но ветераны не сдаются просто, тем более отъявленным врагам. О, друга матери под 90, она трудяга тыла ветеран. Но ветераны не сдаются просто, тем более отъявленным врагам. А мы молчать не будем и не станем. Мы этот случай ставим на показ, чтоб эти паразиты услыхали. Друзей мы не бросаем, Бог за нас. А мы молчать не будем и не станем. Мы этот случай ставим на показ, чтоб эти паразиты услыхали. Друзей мы не бросаем, Бог за нас.